Всем доброго времени суток, с вами мистер Бро. Сегодня мы поиграем в Рифт, ну тупо выполняем квест. Так, слазим с куняша нашего. Так. И пойдем. Мы в каком-то каньоне. Так, давайте убьем этого хрена 27 уровня. Это, конечно, чересчур 27 уровня. Да, тебя убьем. Видите ли, у кабана есть такая способность переагривать. Это очень вкатывает. А волк, как бы, он больше дамажит, но... Опа. Ой. Задание. Принять. Давайте в шляпки, которую убьем. Ну, банс. Слышим? Есть. Так. Голем какой-то. РМ6 камнелом. Или головопробиватель. Так, вон какая-то штука стоит. Я квестов целую кучу набрал. Ну так, знаете, выполняем, бах, и нету квестов, вообще нет. Что делать, побежал дальше. Вот сюда. И вот сюда. Диверсия. Это значит, что мы ее сломаем. Я был прав. А это кто такая? На. Так, это вагончик. Ого. Надо вагончики опустошать. Так. Каменоломник, блядь. Я тебя убью, да. Так, что есть? Еще по добру. Так, чуть-чуть туда, чуть-чуть этого, того, этого, на. О, давай, сдохну. Этих надо. Ага. Че орешь? Я портного взял, блин, на начальную зону буду возвращать. Нет у меня таких материалов. Хотел это на аукцион выложить, а пишут, типа, у вас не хватает репутации. Ну, я охерел. Думаю, ну ладно, возьму портного, может, сумочки буду шить. Как я помню, Вов сумочки портной шил. Значит, здесь будет портной шить. Три сумочки, бодро шить, все. Нормально. Давай, умираю. Ого. Две капли души дали. Убей его. Так, убили. Вон там еще аппарат стоит. Аппаратишка. Так, этих надо? Да, этих надо. Ну, сдохнет уже. Так, ломаем. Квесты, смотри, целая гора по карте видно. Сломали. Так. 10 из. Ну, ты, приятель, тебе не повезло. Хватит меня током бить. Тебе не повезло, что ты долго шел, бегемот. Power 0, подъемник. Подъемник, блядь.
Высокотехнологичный подъемник. Таких сейчас-то не найдешь. Таких и не было, скорее всего. Давай, рассыпайся, блядь. Так, собираем. Надо, надо. Ой, как раз этот респаунился. Но. Ломаем. Но. Все. Вон еще у нас продолжение. Продолжение будет. Так. Взяли. Ну что, скотина, не ждал, да? Да, теперь тебя. Фига ли таких. Был вроде 6. Блять. Что-то показалось. Так, Сережка. А 7 интеллект. Не, не мое. Сережки не для меня. Такие сережки магом. Я хотя лекаря начал. Но это уже другая история. Так, берем. Собираем. 15. На. Я кабанчик поставил, ты как вали. Камень мешает. Им когда надо, ничего не мешает. А вместо камень какой-то придумали, еще что-то. Так, били. Нам надо еще такого одного. Ну как одного, из него можно, конечно, телегу опорожнить, но искать надо. Так. Вот гадство, а ничего не выполнил. Скорее всего, телегу теперь опорожнить надо. О, блин. Хотел другого убить. Дохнул. Давай, давай, падай. Так, шерсть. Диверсия. Интересно, нефтебур. Нефтебур, наверное. Хотя, ну он дымит, значит. На чем-то работает. Ну давай, снайперша, нигерша. Давай, выбьем. Бах. Бах. Ну и чё? Сучка. Ненавижу. Вот ещё один. Давай, тебя сейчас убьем. Вау! Больше ничего не буду сказать, только вау! Типа, чё такое? Во, всё. Ну всё. Так, не надо того, но этот встал на пути. Вау! Жалко, что на него всё, я там вот так... Три платины поднял с этих шкурок. Ну они мне пошел нафиг, а ну суки, думал. Придет моя пора еще, блин. Против разработчиков мало чего попишешь, правильно? Правильно. Ага, вон. Вон она, то есть. Да вы чё, охренели?
На. Ты чё? Да ёб твою мать. Сколько их там было, а? Во-во-во, кабан, давай спасаем. Да. Так живи и живем. Вечно в опасности. Еще там чем. На, не трогай кабанча. Так, я там видел нашего кандидата. По кличке Подъемник. Или у него профессия такая? Что-то из этого, да? Так. Вот этого надо? Да, такого надо избавить. Стал тут на пьедестальчике. Хрен пропустишь, да? Вау. Нравится, как они говорят? Вау. Так, надо это убить. С пьедестальчика прям. Так, там работник. Серебро, смотрите, собирается с убитых чушек. Автоматом. Автоматом это хорошо. Да. Так. Негры мы. Негритос. Ладно, надо забрать, тут что есть. Бах-бах. Ну уже получше. Лучше, чем было. Так, надо? Надо. Надо одного. Все, 5 из 5. Точно, да, тут еще то. Ублюдка искать теперь, а где его найду? Блять, где прям на нас, а? Ну все, ну как, с эту серебро дают? Ни хрена. Только с людьми. Ну так-то логично. Зачем таким монстрам деньги? Ба-ба-ба-ба. А, теперь. Только с этого одного, ну ничего. Это тоже не проблема. Да ёлки-палки. Почему кабан не любит подъемники, объясните мне. А? Кабаниха. Да, здесь. Просто подъемник по подъемнику раскидал. Жестко искать типа одного, если бы полетать. Если полетать туда. Что-то есть? Хрен. Да, ее тюрьма. Надо обратно пойти. Что-то появилось. Ублюдки. Ну, конечно, я напал на того, кого надо было. Это закон.
Ты чё? Кабана бил, так бей кабана. Ну, кувалды это, конечно, каждый может. А из лука надо еще получиться. Видите, кабан даже остался в живых. У меня все просчитано. Да. Как? О. Шерсти много у меня. Но использовать никак. Никак. Так. Надо искать типа. Один тип и все. Цепочка квеста завершена. Все будет окей. Так, где он? Он был раньше здесь, но я его убил. Давайте голем поговорим. Голем тоже нехорошо. Он делает больно моему кабану. Ой, какую-то рабсилу согрел, а. Давай, давай, давай. Рабсилу убьем. Помогай, кабан. О. Ни хрена. Появился самый ненужный момент. А. Убил кабана. Но я тебя убил тоже. Все, все квесты. Все, 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 все квесты. Так, заберем. Вызовем кабана и посмотрим, что там по карте. Сейчас будет много денежки. Угу. Да. Все. Погнали. Да, погнали. Суки. Вечно мою кунявку обижаю. Ну все, я убегу. Кто бегает, тот убегает. Не всегда, но убегает, да. Так. Оп, шоколадка. Бежим, квест сдадим. Так, запомните, 15 платина, 70 золота и 5 серебра. Квест. Рада вас видеть. Спасибо. Завершить. 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 Счастливого пути. Рад вас видеть. Ага. Завершить. Счастливого пути. Великое солнце. Вознесенный. Завершить. Удачи. Все. Сколько? 16 платины, 22 золота, 50 серебра. Ладно, с вами был Мистер Бро, мы играли в Рифт. И встретимся в следующей серии, всем пока!